Как работает приложение Blipper? Возьмите любой предмет физического мира, я тут для примера взяла джойстик, и просканируйте его, запустив приложение Blipper. Вы сразу же увидите, какие вам будут предложены варианты, что это такое, и также вы увидите облако слов, которое возникает при непрерывном сканировании этого предмета. Я остановилась на джойстике, на мой взгляд, он больше всего подходит под то, что я выбрала. Как только я нажимаю на джойстик, передо мной предстают различные пузырики, в котором предложены слова, схожие с предметом, который я сканировала. Если я выбираю джойстик и останавливаюсь на нем, тогда мне нужны статьи, связанные с этим предметом, видео, фотографии, какие-то приложения, которые могут взаимодействовать с ним, и схожие какие-то девайсы. Если я решаю все-таки продолжить поиск, и это не совсем то, что я хотела, то вы видите, из этого облака слов я могу выбрать из этих пузыриков, я могу теперь выбрать любой другой. Ну вот, я сейчас допустим на какой-то консоли, беру ее, и передо мной возникнут опять-таки новые пузырики, и поиск таким образом будет постепенно сужаться и сужаться. И я могу этот поиск продолжать до бесконечности, либо в конце концов я найду, что мне нужно, и, например, остановлю свой выбор на PlayStation. И посмотрю тоже, что же я могу найти там. Загрузите приложение Blipper в свой смартфон и раскодируйте предметы, которые окружают вас.